Енисей с Ивенкийского в оригинале Иоаннесе означает «большая вода», и она дает большие возможности для путешествий. Обеспечивает эти возможности флот «Пассажир Речтранс». В активе организации судно «Чкалов», «Матросов», «Теплоход Заря», «Катер», 4 вместительных судна на воздушной подушке и паромные переправы. Самый протяженный доступный маршрут – Красноярск-Дудинка. Расстояние – 2000 километров. Времени на путь уйдет 3 суток и 14 часов. Можно полюбоваться природой, во-первых, спокойствием, как бы чистотой воздуха на Енисее, ну и безопасностью. Получают эти удовольствия в первую очередь дачники и пенсионеры. Пассажир Речтранс – предприятие, 100% акций которого принадлежит государству. Поэтому билеты для льготников обеспечивает бюджет. По билетикам вот этим еще огромное спасибо, прямо очень хорошо. Вот ездим бесплатно, считайте. Ну, замечательно, а что можно изменить? Все нормально. Все устраивает. Для того, чтобы дорога была не только приятной, но и безопасной, нужно соблюдать всего несколько правил, благо совсем простых. Нельзя курить, это уже по закону, это уже нельзя. Распивать спиртные напитки, то есть, чтобы не было там шатающихся пьяных. Ну и остальное, не выходить на ходу, если там, допустим, в открытые места теплохода. Речной транспорт может заменить метро. По слухам, в Красноярске уже ведется работа над созданием городского маршрута. Торговый центр, речной вокзал, Утиный Плес, 4-й мост. Также в планах до конца года оборудовать все судна организации системами ГЛОНАСС. Гражданский флот развивается. Прокатитесь по Енисею, получите удовольствие и убедитесь в этом лично.